Женщина. Какая она? Добрая. Необыкновенная. Хозяйственная. Сладкая. Королева. Принцесса. Она непредсказуемая. Дружелюбная. Терпеливая. Умная. У каждой женщины своя красота. Душевная. Понимающая. Самая ненаглядная. Самая прекрасная. Дарящая хорошее настроение мужчинам. Как поздравить женщину 8 марта? От души. Искренне и от сердца. Подарить все, что она захочет. По ситуации. Купить цветы, плюшевую игрушку. Заказать, допустим, какой-нибудь музыкальный оркестр. Подарить там открытку, цветы. Уделить ей столько внимания, которое она заслуживает в этот прекрасный день. Дорогие женщины. Прекрасные и удивительные. Изумительные и восхитительные. Поздравляем вас с 8 марта. Желаем вам улыбаться каждый день. И вдохновлять весь сильный пол. На великие поступки. Желаем всегда чувствовать себя любимыми, желанными. Счастливыми и самыми необходимыми. Пусть с этой весной у каждой из вас произойдет настоящее чудо. Пусть перед вами откроются все дороги к успеху и сладким мечтам. Желаем вам весеннего тепла, улыбок и цветного настроения. Чтобы ваша жизнь счастливой была. Чтобы радовало каждое мгновение. Мы вам желаем вечной красоты. Любви только взаимной. Верной дружбы. Пусть сбудутся все планы и мечты. И будет все, что в жизни очень нужно. Поздравляем с 8 марта!